рассаду шалфея карадонна используют для создания ярких рабаток, альпинариев, ракариев, бордюров и цветников. Растение в высоту может подниматься на 80 см, при этом диаметр кустарника составляет до 70 см. Для рассады шалфея карадонна подходят хорошо освещенные участки с рыхлой и питательной почвой. Стебли многолетника внизу густо усеяны темно-зелеными листочками небольшого размера. Вверху на цветоносе распускаются фиолетово-черные цветочки. Они собираются вместе и образуют соцветие в форме колоска. Период цветения длится и мая по июнь. Сорт семян шалфея карадонна морозоустойчив. Шалфей дубравный карадонна это травянистый высотой 40 см, диаметром 50 см. Цветет растение в месяц июль, окраска цветка Т, фиолетовый, лист растения по форме морщинистый, весной листва по цвету зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.